Друзья, всем привет! И уже у нас июль месяц, а мы в Чаадаш Кундура. Привет, Волкан! Привет, привет, Наталья! Привет. И сейчас маленькое лирическое отступление. Спасибо большое вам, мои дорогие зрители. Привет. Ты еще я люблю. Я забыла. I like this. Друзья, не поверите, я вот эту пачку съедаю максимум за 2 раза. Зачем мне его так много вопросов? И жить я без него не могу. Я забыла, как зовут, но приходила к нам такая вот девочка сладенькая, и у нее была обезьяна. Я, честно говоря, какая обезьяна? Такая игрушечка. А, да? Она так пя-пя-пя-пя делала. И я забыла, как ее зовут. Да, я мы извиняемся, имя забыли. Спасибо вам огромное. Как тебя зовут? Она мне постоянно вот так вот. Она такая классная, она такая прикольная. А вторых людей я встречал на рынке, а второе это от вас, я так понял. Да. Да. Мы встречались с вами в оба. Короче, большое вам спасибо. Алибаба, привет. Привет. Как дела? Как настроение? Все нормально, очень хорошо. Россияне летят? Чуть-чуть, уже видел красивых российских девушек? Конечно. Видел. Все, приезжают. Сегодня мы что будем показывать? Сегодня мы будем показывать женскую обувь. У нас есть привоз. Заходим. Друзья, еще раз огромное спасибо вам. И еще большая просьба, не оставляйте мне свои телефоны. Я еще раз показываю свои S777 смартфон и еще один 888. У меня нет ни вайбера, ни ватсапа. Встречаться я ни с кем не... Мне назначают встречи, пишут, мы тебя ждем там. Мы сами тебе не можем дозвониться. Они сами меня найти не могут. Спрашивают, когда будет Ромка, мы говорим в пятницу. Не, вы просто всем честно рассказывайте, что я могу проснуться в 5 или в 6 вечера, потом я иду на море, до 10 меня нет. А ночь уже свободна, но у нас был комендантский час, поэтому я не мог гулять ночью. Так что, друзья, извините, я не могу встречаться со всеми, вас много, я один, блин. Ну вот у нас простите. Вот такие вот. Есть, снимал, вот здесь я показываю. Вот такие вот джинсовые нам привезли новые. Это лето или это? Лето. Ух ты, лето. Слушай, таких не было еще. Я люблю всегда джинсы. 650 лир. Значит, это примерно 6500 рублей в украинских гривнах, это примерно меньше 2000, 1900 гривен где-то. Да, 650. Сразу перевожу. Платить можете рублями, карточки, гривнами, картами без процентов, все, долларами, евро. Короче, что у вас есть, не ищите, спокойно здесь оплатите. Детские привезли кожаные. Ой, детские вы стали тоже вот здесь. Вот ортопедические. И детские здесь у нас регулируются еще. Здесь на узкую, здесь на липучке. Вот. Вот такие вот хотели закрыть. А цена детских? 165. Это кожа? Это натуральная надолго. Кожа ортопедическая. Несколько лет будет носиться? Да, да. Ну, то, что ножка не растет. Не на один. А, ну да, ножка просто растет. Ножка растет. Деток здесь тоже регулируется поуже, пошире, как надо, как бы. Вот. Ну, есть побольше вот такие. Вот такие вот есть. Есть еще наверху. Наверху мы потом уже покажем. Ну, мы сделаем потом, наверное, следующее видео, вот второй такие. Этаж, да? Я так примерно показываю вот здесь. Это тоже детские, да? Детские. Вот такие вот пудра привезли. Легенькие для они лета. Они очень легкие. И дышат, и подошва... А, вообще, да, ничего легкие не весит. Легкие они. Такие есть черные, беленькие и зелененькими вот такими вот вставочками. Угу, трех видов. А цена их? 169 лир. А дешевая на Алибаба? Или Волкан заменяет? Волкан заменяет. Волкана надо женить срочно, поэтому пусть заменяет. Девчонки. Украинку мы хотим. Или россиянку, да? Хорошая. Да, чтобы хорошая была. Душевная. Чтобы вкусно готовила. Вкусно готовила. Чтобы была такая вот хозяйка. Застеснялся. Первый раз вижу, что Волкан застеснялся. Такая вот. Это новый привезет. Вот это. Самое то же. Натуральная кожа. Чистая кожа. Не Стамбул фабрик. Пудровый, белый, синий. Уже, ему уже не предлагаем украинку, все нормально. Без дрыжки есть? Трех цветов, да? Вот эти. Вот такие вот еще. Показали, да, красивые джинсы. Это модно. Алибаба присоединяется. Красиво. Мне всегда нравится, когда у них какая-то джинсовая обувь, я всегда вот вообще обалдел. Сапоги какие были джинсы. Нам еще джинсы привезли, еще не довезли нам. Вообще они стильные такие. У нас были, потом пришли оптом, взяли. Сейчас, я знаю, кому я сейчас покажу, она к вам придет скоро. Спрашивают у нас. Новые. Вот такие вот новые. Вот такие новые, черные, белые. Кожаные. Разных цветов тоже. Размеры средние у вас от какого до какого? 36-40. 36-40. Ну, в принципе, если человек находится... 36-41 размер есть. Ага, вот такие новые привезли Ромка, натуральный мех, 41 размер есть, 36-41. Это был кысас, Наталья. И осень, зима. Вот, натуральный мех. Полностью. Подошва не скользит. Бунун бида узун бою кележек. И еще такие выше привезли. А сколько цена? 990 лира.
Ама это Истанбул фирма. Гарантия. Гарантия. Гарантия с гарантиями. То есть фабрика равная. 3200 украинских гривен перевожу. Такие вот коричневые еще есть. Тоже лето, да? Или это можно и под осень? Это лето. Лето, они в дырочку. Ортопедическая, для проблемной косточки, проблемной ноги, обувь разная есть всегда, подберут вам. Приходите, не бойтесь, здесь не будут вас, не будут лезть ваши кошельки, вытаскивать. Нет, придете, посмотрите, попьете чай, посидите, да, пообщаетесь. Приходите, нет, пожалуйста, нет, они нет, очень нет, хорошие нет, люди именно. Да. Они не выжимают деньги из клиента, вы покупаете нет, только, если вам понравилось. Если нравится, покупайте. Когда подберут, вы походите еще в этой обуви. Да, просто Алибабу будете знать. Это все вот новое. Да, это новое, я смотрю. Это все вот новое. Мы месяц, наверное, назад снимали, да, наверное, последний раз? Это новое. Такие сколько стоят? Такие стоят 490 лир. Но кто приходит от Ромки Рокера, говорят, скидки, естественно, еще есть скидочка у нас. Цены все на коробках. То есть, да, никто вот вас не оценивает по одежке или еще почему-то. Они выжимают с вас больше, чтобы потом скидывать в три раза дешевле. А тут цены написаны. И для всех одинаково. Да, и для турков, и для приезжих. И для местных одинаково. Это очень все важно, кстати. Вот такие вот голубенькие мы, наверное, в прошлый раз показывали. О, какой мощный. Такие вот, такие еще беленькие есть. На них цена 399 лир. Цвет интересный. Угу. 399. Так, а что у нас Алибаба сегодня немножко молчали? Задумался. Валка. О, а ну-ка. Цвет, пудра черный, синий. 4, 5 цветов, да, сколько? Минимально 3-5 цвет есть. Вот. Угу. Размеры тоже до 40. Все есть. 41 раз, 36-41 размер есть. Этикет Вайсина 265 лир. Вот такие видите, дырочки. Вот эти красивые. Да, вот посмотрите, ромка. Это очень мягко удобный. Свет желтый, синий, красный, черный, чисто черный. Все. Размер есть. 36-41 размер есть. Красивенький. Да. Красный. Потом вот такие балет новые. Очень. Сразу хотел спросить, что мужские, так сразу. Это жесть. Красиво. Вот. Вот, посмотрите. А, да, вот так даже можно делать. Лазерная кожа. Это хорошо качество Истанбул фирма. Этикет Вайсина 395 лира. А, трикотаж. Это модно. Ромка. Цвет, 4 цвет есть. Какая цена у этих? 145 лира. Mm-hmm. Это новый сезон, новый товар, новый модель. Модель каждый год есть. Год есть. Это новый дизайнер. По-новому сделали. Да. 4 цвет есть. Размеры 36-40 размер есть. Этикет Вайсина 145 лира. 45. Еще у нас вот такие вот классические есть на каблучке. Черный. Тебе такие под цвет красный, тебя прям? Да. Как зверька сочетается, вообще обалдеть, обывается. Черный, вот. Красивый. Да, коричневый, черный, красный. Вот такие коричневые, черные. Наталья, тебе идет красный цвет, комплимент сделал. Слушай, я только заметил, маска красная, ё-моё. Обалдеть, надо обуть еще. Красный. Алибаба светлый. Маски. Так, забери красный у него, забери у него эту обувь и переобуйтесь. Мой белый, красный. Стиляги они тут, короче. Вот такие вот. Вот такие вот. Детские для первых. Они кожаные, ортопедические. Ребенок ходит правильно, ему мягко, видите? Ему мягко. Вот он, вот здесь его. Класс. На куколку, блин. Кукольная одежда прям. Боже, первый раз в руках держу такое маленькое. Вот такие тапочки. Мак, очень удобный, мягкий. Свет. Красный, белый, платин, черный, желтый. Потом одна другой бежевый. Это очень-очень удобный. Комплект пришит. Прошит. Да, конечно. Это размеры 36-41 размеры есть. Гарантию Алибаба дает. Пожизненно. Когда это проблем поминает, без проблем нет. Это этикет Вайсина 169 лир. А скажите, а были такие случаи, когда люди на следующий год приезжают и реально привозят менять или...
Бывает такое, вот была у нас женщина, которая накупила, и просто сыны не подошли. Не подошло, да? Да, ну, наверное, без проблем. Тебя сейчас увидят. Да? Здравствуйте, как ваши дела? Напишите мне. И вы поменяли без проблем, да, на дрон? Да, мы просто поменяли, и все. То есть можно даже так. То есть без проблем. Они, ребята, хорошие. Не подошло. А так, чтобы поломалось там или еще. Ложь говорит, мой магазин нет. Да, чтобы он потом не там скажет, я вас не помню. Вы всегда, когда покупаете обувь, делайте с ним фотки. Он любит фоткаться со своими посетителями, поэтому делайте фотку, это у вас гарантия обмена. У нас такого нету, я могу забыть. Я пошутил, но фотку, правда, можете сделать, и на память останется. Вот типа бейдж, ортопедик. Очень удобный, очень. Подушка такая здоровая, они легенькие совсем. Легкие. Для проблемной ножки, для широкой. И здесь бах, резина есть, Ромка. Чуть-чуть растянется, да. Резина есть, когда... Широкая влезет. Здесь, да. Очень удобно. Цвет бейдж, черный есть. Какие вот еще есть черные, белые. Тоже кожаные. Удобные, легкие, посмотрю. Вот еще такие стандарт. Модно. Сейчас 6 цвет есть, Ромка. 6 цветов? Да. Бах, вот böyle. Вот модель комплект. Пришит. Перешит. Ручная. Пошит. Ручная. Бах, черный. Коричневые. Вот. Коричневые. Черный. Потом белый. Красный. Все одинаково, да? Бейдж, да, одинаковый, одинаковый. Одинаковый модель, цвет, 6 цвет. Такие интересные вот такие. Тоже кожаные, ортопедические. На них цена 225 лир. Да, мы всю кожу показываем. Все показываем. Да, а потом да, покажем да, заменитель да, какой-то конечно. С ценами, да? Вот. Ага. Тоже одного. Сандали, вида. Тапочки есть. Одинаковый модель, сандали есть, тапочки есть. Вот такие черные, белые, коричневые есть. Размеры 36-40 размеры есть. Этикетка ортопедик массажная есть, этикетка цена 320 лира. Этикетковая цена, это Alibaba имеет в виду. Да. Рассмеши его, он когда веселее. Здесь коробки, этикетка... Да. Alibaba грустный, когда мало приходит девушек из России, из Украины. Считай, Ромка, вот. Ром, неужели твоих, вот, среди твоих подписчиков нету... Все есть. Я думаю, даже женщины-милиционеры есть, наверное. Я думаю, что есть по-любому. Есть? Боже, я на днях такое в автобусе видел. Что ты видел? Женщина зашла, ну, выпившая. Она начала цепляться к водителю. Короче, она говорит, дружище, а как называется улица, по которой мы едем? По-русски. А он по-русски ни слова вообще. Она стоит с ним разговаривать, потом начала ему так руку положила, обняла, короче. Он проехал мою остановку, я кнопку нажал. Блин. Ну, мужчина растерялся. Такие тапочки. Два банты на липучке есть. Два бантика на липучке. Да, на липучке есть. Массажная есть. Широкая нога тоже подойдет, потому что липучка, она растягивается. Что беда, что тарелли готовимся? Вот эти интересные. Да. Это для улицы или для улицы? Я купила такие себе, во. Когда еще раз придешь, скажи мне, я в них приду. Ну, чтобы вы поверили, что я действительно купила. Это свет, бах, белый, Ромка. Вот, целый этот набор. Это очень... Цена? Цена 1 миллион долларов. Со скидкой? Копейками. Нет, нет. Нормальный этикет цена 395 лира. Ага. Интересные. Bir de şu 3 tane şeyi verir misin? Baletle pembe ve şey vardı ya. Вот такие тапочки, новый превизит, черный, Ромка, вот, черный и черный белый есть. Каблук небольшой, очень, да, Наталья, вот, очень мягкий, удобный. Размер 36-40 размер есть. Анали. Вот она. Эти, вот Ромка, вот дизайнер, очень другой вариант, белый, потом черный, такой же, да? Да, одинаковый, черный, белый, размеры 36-40 размеры есть. Этикет полиция на сколько, Натали? Вот такие. 425. Блин, я не могу. Уважаемые дамы, кто будет покупать вот это, вот у нас с вами вкусы совпадают на 1001% просто. 425 лира, пудра, белый, черный есть. Надо жену свою обуть такие. Вот такая вот у нас. Наталья, тебе нравятся вот такие? Да. Они что-то под джинсы, если тебе сейчас одеть, будет бомбически просто, да?
И под платье. Но под джинсы вообще бомба будет, просто класс. Вот такие вот еще у нас есть модели. А-а-а. Лазерная кожа, ортопедические кожаные они. Голубенькие, беленькие. Пудра вот такие вот есть. Давайте что-нибудь покажем не кожаное для интереса, на да? Улице. На улице. А, на улице. На улице. Увидим. Это новое. Очень элушное. Прошит. Очень, да. Я уже мягкие. Говорю, прошиты тоже, прошит, да, хорошие. Да. Мягкие. Вот. Вот такие тапочки, вот тоже есть. Одинаковые сандали вот такие. Это на выход, на праздник. Да. Да. Ну, праздничные. Как, то как любит. Кто на... Они тоже ортопедические, с массажиком. Угу. Уже почти 15 минут. Сильно, сильно не на будем напрягать, потому что мы всегда разгоняемся. Все рядом. Вы долго не любите, да, смотреть. Свет очень вас... красиво, свет. Да, белый, пудра, черный. Вот такие свет. Вот такие вот еще видел, да? Вот такие вот, как мы показывали. Вот такие, только эти немножечко поменьше. Красиво. А вот эти мы не показывали? Это новые, там, ну, новые, да, или не новые, я не помню цветочки. Это прошлогодние, они мы да? раньше показывали, но есть размеры, есть, кому нравится, мы просто пытаемся показать то, что вот только в этом году привезли. Нет, это мне нравится. Давайте что-нибудь покажем, кожзам и цену скажем, просто они очень дешевые, но качественные тоже. Вот это все? Вот это вот все кожа. Цены приблизительно какие? 99. 80, 90, 100 лир. До 100 лир, короче. Да, и качество у них тоже хорошее. Да, гарантия. Просто это не кожа. Вот это вот не кожа. Они стоят 119 лир, 100 лир. Так, это не кожа, но тоже хорошо качество. То есть то что у них кожзам, у них тоже качественное. Конечно. И сразу вот не сломается. Вот Все, спасибо вам. А второй этаж покажем дней через 10 тогда, да? Да, потом. Спасибо. Что вы скажете всем, кто, всем, кто пакует сапоги, чемоданы, что вы скажете? Сапоги, ботинки новые. Покажем, да. Да, обязательно покажем. Это будет где-то через дней 10-15. Да. О, передайте привет Валерии. Да. Она пакует чемодан, скоро приедет. Вот такая вот моя зрительница. Привет. Валерия, обязательно придем калибабе с тобой. Будем рады. Все, спасибо большое за экскурсию, интересный рассказ. Тебе просили передать привет Одессе. Одесса, большой привет. Одесса, большой привет. Привет. Я, может, себя потом вырежу на всякий случай. Одесса, большой привет. Привет. Еще раз. Да. Все, спасибо, пока. И вам спасибо.